Здравствуйте. Сейчас мы будем делать упражнения, которые я советую делать вам каждый день. Это наклоны. Наклоны, вы знаете, бывает, человек сидит или стоит, наклонился или встал, и у него закружилась голова. Например, для кровообращения, чтобы было хорошее давление в норме, надо тренировать всю нашу кровеносную систему. И вот это упражнение, оно очень хорошо помогает. Мы будем приседать и наклоняться. Вот так подняли ручки, не напрягаясь, спокойно. И вот так вот с поднятыми руками присели. И опустились. Можете смотреть прямо, в стороны, куда угодно. И вот такое вот приседание. И делайте так долго. 100 раз. 30 раз. Сколько можете. Потянулись, постояли немножко, когда уже освоились. И опустились. И здесь побыли. И здесь побыли, остановились. И здесь. Руки у нас все время вытянутые, вот такие. И опустились. Это и приседание у нас, и вытягивание вверх, и бедра работают. И вот так, если мы будем вот так делать, мы очень хорошо потренируем нашу кровеносную систему. Не вытягивайтесь через силу, сгибайтесь вот так, и вот так и поднимайтесь с вытянутыми руками. Лучше, если задерживаешься, вот здесь задержались, присели, встали, постояли несколько секунд и опустились. Постояли и опустились. Это очень хорошее упражнение. Оно укрепит нас и укрепит. И легкие у нас откроются. И не спешите, можете побыть здесь дольше, вот так прочувствовать. И когда встали, вы здесь можете побыть. Это не приседание, а именно, чтобы кровь успела туда пройти, сюда пройти. И сами варьируйте, посмотрите, шире ножки ставить, уже, как вам удобно будет. И старайтесь подниматься не вот так именно, а вот так руки. Сделайте столько, сколько вам нравится, доставляет удовольствие. Можете потянуться так чуть-чуть.
закругляюсь. И как я говорил, можете делать хоть 100 раз, 30 раз, столько, сколько угодно. Главное, чтобы у вас сохранялось дыхание, чтобы диафрагма была расслабленная. Если вы почувствуете, что вы тяжело дышите уже как бы, ну не тяжело, а просто появилось такое желание подышать, лучше отдохните. Это должно быть такое движение расслабленное совершенно. Делайте его и будьте здоровы.